17 века державу нашу олицетворял, и в ореоле славы и успеха на мировой арене представлял. Военные и мирные победы переплетались, спорили порой. Под этим самым флагом наши деды стояли за отечество горой. Торжественная церемония, посвященная дню государственного флага Российской Федерации, объявляется открытым. Государственный флаг Российской Федерации поднять! Комитета по дорожному хозяйству правительства Ленинградской области Казьминых Михаилу Юрьевичу. Этот праздник говорит о том, что мы единая нация, которая способна не только развиваться, но и себя защищать. Это праздник, говорящий о том, что мы все вместе. Для того, чтобы быть вместе, ну, если говорить правильно, любой руководитель должен обладать степенью доверия от того населения, которому он управляет. Напоминаю, что 13 числа у нас выборы. Просьба прийти и обличить доверием нового руководителя, а за кого Кингисе будет голосовать, я думаю, что вопросов здесь нет. Поэтому от себя лично, от исполняющего обязанности губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича, от правительства Ленинградской области поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, крепких семей, счастья. Ну, с праздником вас еще раз. Отмечаем День российского флага. 22 августа – это не случайная дата. Именно 22 августа 1991 года Верховный Совет принял решение о признании символом российского государства исторического флага российского триколора. Я всех вас поздравляю с этим праздником. И вы, наверное, знаете, что символизирует российский флаг. То есть белый цвет – это благородство, синий цвет – это честность. Красный цвет – это смелость и великодушие. И я хочу пожелать, чтобы те качества, которые символизируют наш российский флаг, были присущи каждому из нас. И тогда у нас с вами все получится, и мы будем жить в великой стране. Всех с праздником! Дорогие кингисеппцы, добрый день! И посмотрите, сегодня действительно добрый день! Какое солнце приятное, какая обстановка прекрасная. И посмотрите, как красиво у нас здесь. Наши флаги, наши знамя, наш триколор развиваются на ветру. И меня лично, и я думаю, каждого из присутствующих охватывает гордость. Гордость за нашу страну, потому что нам есть чем гордиться. Россия – великая держава. Слова гимна сейчас еще раз напомнили нам, какая она великая страна, как мы все ее любим. И я призываю вас всех от своего имени, от имени всего депутатского корпуса гордиться страной, любить ее, любить наш Кингисепп. И, конечно, делать все для того, чтобы наша жизнь была еще лучше, еще краше, еще замечательнее. Сегодня праздник, я вас поздравляю. И не случайно сегодня будет вручение паспортов юным гражданам Кингисеппа. Это ответственный момент для наших юных граждан, и я думаю, что они сегодня прочувствуют это как никогда. Дети, которым сегодня будут вручаться паспорта, я также хочу поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать вам, чтобы действительно это для вас на сегодняшний момент
вручение основного документа, первого вашего документа гражданина Российской Федерации, запомнилось вам, и вы все-таки с гордостью носили все-таки название и гражданин Российской Федерации. И еще раз хочу действительно поздравить с этим праздником, пожелать детям, которым сегодня мы сейчас вручим паспорта, желаю здоровья, благополучия и, конечно, чтобы вы были достойны. Объединяя народ России, зажигает в наших сердцах стремление сделать страну благополучной. Граждан Российской Федерации приглашаются Казьминых Михаил Юрьевич, Максимова Ольга Дмитриевна, Кудрявцева Виктория Валерьевна. Ирине Алексеевне. Российский флаг Отечества и братства. Российский флаг священной веры флаг. И если опасность державе грозит, становится.